Блокчейн эфириума будет использоваться в инфраструктуре поставок. OLTIN интегрирует технологию блокчейн. Как сообщает CryptoCoins News, тайбэйская компания является оператором онлайн-платформы и рынка, напрямую связывающая потребителей с производителями продуктов питания на Тайване. OLTIN стремится повысить безопасность поставок пищевых продуктов на локальном и международном уровнях, чтобы у потребителей больше не возникало сомнений в качестве и безопасности пищевых продуктов.